Видновский перинатальный центр неизменно радует жителей Ленинского городского округа только хорошими новостями. Теперь здесь есть еще один повод для гордости. В центре родился 40-тысячный малыш. Врачи тщательно ведут счет всем малышам, родившимся здесь, с 1 июня 2013 года, когда Видновский родильный дом получил статус перинатального центра. Но даже для опытных акушеров обстоятельства появления 40-тысячного малыша стали сюрпризом. Семья, в которой он родился, весьма необычна по современным меркам. А потому, рассказывая об этом достижении, руководитель Видновского перинатального центра Тамара Белоусова не может сдержать улыбки. Это чудесное событие совпало еще с тем, что родила его женщина 30 лет, у которой были 9 роды и 10 ребенок. Все в одном. Прошедший год в перинатальном центре был богат на события. Не так давно здесь родилась тройня, явление тоже не рядовое. Надо отметить, что подсчет родившихся ведется из 1987 года, то есть со дня открытия тогда еще Видновского родильного дома. И эти цифры еще более впечатляют. Мы сегодня статистику поднимали, 1362 ребенка мы родили. Представляете, это огромный, достаточный город, Подмосковье. Мама и малыш, оказавшийся 40-тысячным новорожденным, чувствуют себя хорошо. А врачи перинатального центра поздравляют всех жителей с наступающим Новым годом.